Папа что топор оставил? Вот смотрите, папа топор оставил. Всем привет! Папа работал, я оставил топор. Так вот. Идем. Опа, с топором, блин. Ой. Торик, привет. Привет, Торик. Ой. А что ты с топором? Я угадай, где его нашла. Ай, валялся где-то, видела я. А где-то я видела, валялся. А уже забыла. Я его вон там на берегу видела. Да? Да? Ой, деда, я уже вас здесь где-то видела. Вот я его пошла на берег смотреть и увидела. Ой, блин, что за мужик такой? Где работал, там и бросил. Вот дай его положить. Ты куда пошла? Съесть. Это уже съесть будешь. Капусту и редиску, которая не боится. А я капусту посажу прям сразу в лунки. Попробуй сделать. А это, у меня бабушка подопечная, она так да делает. Да я знаю, и Оль, это, Роза Владимировна Овчинникова тоже так же делает. И все, они такие крепенькие. Да. Да. Ну, у тебя, конечно, уже пора, у тебя все, сука, у нас болото. Положить. Ну. Чеки забываю в магазине забивать. Это как его? Виктория. Че? Это говорит, да пусть бы она подошла и это. Взяла чеки. Ага. Это как его? Старшая. Че это дует так сильно? Вон. А вот это. Решили этим сделать. А что, ее поломала, что ли? Не, ничего не поломала. Вот, этим запихнуть. Что это? Сейчас будем делать. Не, вот это вот поломала. Видишь? Не, она не сломалась. Как не сломалась? Да? Нет, а, так. Надо. Пока ничего не трогай сейчас. Ой. Вот здесь, ну, у меня голова... Тебе здесь, мама, можно упасть. Да? Здесь... Я ему говорю, сделай здесь нормальный тротуар. Я хожу, у меня голова кружится. Все время чуть не падаю, хожу. Он ничего не понимает. Ему говори, не говори. Сам тоже падает. И ничего. Все время, все тротуары вот так.
ходишь. Во, во, все. Ну. Ой, под моим весом ломается тротуар. Цветы сеять. Здесь я? Ага. Пап, где ты оставил свой топор? А? Не знаю. Не знает, говорит. Вот на улице? Ага. Там на дороге люди проезжают, забери топор. Ну, вот елки-палки. Ну, как так, Вадик? А потом ругаешься на нас. А я этот трап завязывал. Бля. Ну вот, возле трапа я и нашла. Вот. Трап завязывал. А что толку? Как что толку? Нормально. Все равно потом завязывал. Самое такое время. Ай, видишь, как греет. Сделали операцию, а работать-то надо. Кто будет? Что потеряла? Да, здесь я пораньше надо садить все. Я в интернете вчера смотрела. Че? Считай, весь май будет. На той неделе каждый день снег с дождем. А что делать? Ну да. Посею здесь морковь и... Ты на этой грядке морковь хочешь съесть? Ой, морковь. Я не понял. Редиску. А. И капусту на рассаду. Все. И закрою. Ничего. Они не очень-то боятся. Камни. Ладно, по всякому. Как получится, так получится. Так. Наклон нельзя работать. А что делать? Все равно я... Сколько уже? Читать нельзя, в интернете нельзя, а приходилось и в интернет заглядывать, и за Киры контрольные работы годовые смотреть. Так что читать нельзя в месяц. А как не читать с ребенком, когда занимаешься? Майя говорит, ты слушай. Так, ладно. Думаю, капусту каждый сам себе делаете, поэтому только себе посею. Так. Ну ты все равно, мам, всю пачку кидай. Ты всю пачку будешь кидать? У меня две. Ага. Я много не хочу. Так. А здесь редиску так. Андрей уже давно редиску посадил. А где? Вот все время падаю здесь. В это? В апреле? Где посадил? В апреле посадил в это, в парнике. А? Ну, всегда один парник ему выделила, и он там всегда садит. Неправильно. Это за сезон он 4 раза туда садит. До осени. Он его ест один и садит. Все доски гнилые.
Ну-ка, Варя, так поправь. Вот эту. Сначала доску поправь. Ладно, вот так сделай. Доску куда вот поправить? Ладно. Вот так? Вот эту доску, мне кажется, убрать надо. Нет, его не надо убирать. Ну, надо колышек, значит, бить. Да, чтобы он стоял. Ну, давай, что-нибудь найду сейчас. Что-нибудь да сделаю. Папа не догадался. Говоришь ему, говоришь, а он... Чего? Сейчас, подожди, я посею. Посею и будем. Тоже надо так же посею, а пока там... Надо растянуть его сначала, потом уже сделаю. А как? Вентик, папа. Завязать, все приготовить. И что это? Потом у тебя все твое разворошится.
никак не сломаешь, это дубовые же. С этой стороны зачем? Это с той стороны. Покороче, Галя. Она глубоко войдет. Будет сколько? Вот это вот. Еще. Вон туда достанешь на третий ряд. Чего? На третий ряд, на, посыпь. Это что? Это редис. Третий ряд тебе и сразу закрывай. Вот кто вытащил отсюда палку, а? Длинную. Не надо, она не нужна. А за что тут завязывать будет? Завали. Хватит тебе длина, блядь. Хватит, делай. Что, долго веревку? Это, там на карту будут деньги перечислять нам. А на какую карту? Реквизиты я отправил свои уже. У тебя там задолженности нет? 500 рублей тоже штраф этот лежит еще. Куда на карту? На мою карту. А что перечислять? Посадки. А? Посадки. За посадку. А, посадки. Там же сейчас уже как сделали. Мы же официально все работать будем. Давай. Официально? Ну да. Этого. Вот это так? Да, самый конец. Да. Подождите, давайте я пошею, а? Это успеешь, успеешь. Ой, ну как успеешь? Как мне шеешь? Нам надо это сделать. Сейчас подойдите. На себя денег. Денег-то у тебя, вот готово. Это? Да, подъехал все. Ну и нет, это. Ну сейчас маму закроем. Не закроется она. Да ладно, делай, Галя, так, как он говорит. Бесполезно. Все, она не закроется. Не спорить это вообще. Вот. Сейчас надо сюда его завязывать. Вон уже сломали нас. Вон она, блядь. Чего сломали? Интересно, а куда я дел? Кого? Что потерял? А? Как подвинуть отвертку? Отвертку потерял? Вот она!
Нет. Вот она валяется на полу. Пап, вот где моя нога. Вот где кирпич. Вот. Так, вот и им сейчас будем. Подожди. Ровно по середке надо. Вот я, смотри. Что? Я им веду. Сюда-сюда. Вот здесь дырки делать будем. Так. Подожди, это надо немножко туда. Вот эту. Делай. Подожди, я вот с ним ее делаю. Ну все, так сделай. Так. Ну. Надо сюда проткнуть его. Еще вчера надо было так сделать. Все, втыкайте там. Все? Так. А! Закинешь на стирку у себя. А. Иди неси машину. Машину иди неси. А. Какую-то фигню купили. Кирпичом. Еще кирпичом. На сей раз она крепкая будет. Кирпич еще один. Это надо просто вниз. Вот эти. Дело синее, дело что-то. Она не идет. Правильно сделала. И на середку, да? Я тебе говорю. Ой, что ты не упала, не что ты любишь. Че? Здесь надо. Сюда, сюда. Вот, все. Вот так. Видишь? Есть. Я ничего страшного. Ну, ничего страшного. Вот, уже сделали, все. Все. Делай вот эту туда толкать. Все, все. Ай, занозу посадила. Ай, ноги грязные. Все? Развязалась, ничего. А нет, пап, это не завязано. Это я так завязала, потому что здесь не завязано было. Давай. Все. Не вырвет тебе? Ну ты сюда завязал, пап, смотри. Не-не. Вот смотри, она крепкая какая. Тебе веревки хватает. Не надо. Я на серёжку надо завязывать. Не сломается это? Нет, это не сломается. Нет. Я не знаю, в этом году сейчас вечер ожидается сильный. Все бы она сломалась. Закрой там хорошенько. Все. А теперь уже не... Закрой кирпичами хорошенько туда. Туда отодвинь вот так и закрой.